музыка играет так весело, так радостно. Эти 70 лет, кроме всего прочего и кроме моих собственных бабушки, которая всю жизнь просидела и так заключенно умерла, дедушки, который валяется, к сожалению, даже найти нельзя, он в общей яме Владимирской тюрьмы. Другой дедушка, который под Кандалакшей замерз в лесу, дядя, который долго просидел, и там и так далее, не говоря о великих людях, скажем, о Мандельштаме, о Флоренском и так далее. Вы понимаете, как бы на минуточку забылось и не говорилось об этом. Эти 70 лет дали таких великих, даже не дали, обнаружили таких верных этой земле людей, такие невероятные богатства, предъявившие миру, что, я думаю, трудно отыскать в российской истории другой период, который дал бы, говоря старинным церковным языком, такое количество мучеников и жертв во имя самого главного и самого высокого. Не следует этого забывать, потому что это основание самое верное для нравственности, для возрождения. Как важно, что мы можем их богатством и их подвигом реально воспользоваться и положить его в карман для гордости. Это не пустые годы. Годы страданий не могут быть пустыми.